19 сентября на ярмарочной площади рынка «Восточный» в первом микрорайоне состоится традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят районы республики и близлежащие регионы. В продаже будет экологически чистая продукция, мясо, овощи, фрукты, бахчевые культуры и многое другое. Как сообщает городской администрации, крестьянско-фермерские хозяйства и товаропроизводители будут продавать свою продукцию по ценам ниже рыночных. Приглашаем посетить нашу ярмарку, которая состоится еще раз 19 сентября в день города. Начало ярмарочных мероприятий 8:00 и заканчивается в 13 часов. Приглашаем всех на нашу ярмарку.